Всем привет, и сегодня мы поиграем в игру под названием Doors Под Бет. Мы в эту игру давно не играли, и последний раз я ее записывал где-то в июне, очень давно, вот. Вот, мы не играли в эту игру очень давно, и, собственно, так сказать, тут понавыходило дофига обновлений, вот, поэтому, кто смотрит это видео, если вам понравится видео, скажите, продолжить снимать или нет. Вот, звук я сейчас включу, разумеется. Вот, я просто не знаю, тут авторские права есть или нет. Если есть, я, наверное, удалю видео. Тут есть вот такой режим. Тут есть обычный. Тут есть вот этот вот плохие двери. Тут есть еще самая первая версия. Вот эта комната, где мы были, это модификаторы. Но, ребят, сегодня мы в это не пойдем. Сегодня мы пойдем кое-куда в другое место. Пока что звук не буду включать. Мне тут пишет, типа, вы должны иметь значок длинный вырез, да. То есть, ребят, нам надо, ну, чтобы... Спасибо, игра, я тебя прекрасно понял, ребят, да. Это тоже уже отдельная часть за кулисьем, поэтому... Если хотите, чтобы я прошел тут за кулисье, то напишите в комментариях, что тут пройти. Но нам за кулисье тут не нужно. Ребят, на просто... Короче, я могу зайти на обычный сервер, просто... А, у меня разблокировано. Просто смотрите, тут надо иметь достижение длинный вырез. Если я не ошибаюсь, это... Надо пойти в румсы. Вот я раньше как-то пошел в румсы, а сейчас там как-то сложно. То есть... Ой, давай. Успею? Все, успел. Это бэкдур, как и в настоящем Торсе. Вот. И они тут очень, кстати, хорошо сделаны. По моему мнению, тут, наверное, самая лучшая пародия просто на Doors. Давайте включим звук, как я обещал. Так, и такой звук, все. Нет, давайте потише немножко. Чё тут, ребят? Страшные звуки, да? Давайте потише сделаем. Так, тут рычаг. Открываем. Блиц летит. Вот так он выглядит, ребят. Вы видели, да? Пошли. Так, открываем все комнатки. Там тоже могут быть рычаги. Так, тут эта тень, но она не убивает, если мы на нее смотрим. Тоже такая фишка. Назад тоже надо смотреть, там тоже могут быть рычаги. Так. Откройте. Тут есть вакуум. Да, ребят, там вакуум, я что-то забыл. Сороковая. Нету. Тень, ты достал. Ой. 39-я. 38-я. Так, дверь внизу, я знаю. А, это 50. Ну, там осталось мало секунд уже. Где рычаг-то? Вон. Манка. Нет. Да блин. А где? Пожалуйста, скажите, что тут. Ух, ребят. Эй! Алло! Не понял. Ребят, меня заперли. Ладно, я вас прекрасно понял. Эй. Ну, прибавь время, ну, а как я выберусь? Ребят, меня заперли. Меня только что вытащили отсюда. Но, типа, дверь открылась. Ой. Давайте в шкаф спрячемся.
нас убивают, да? В общем-то, идем заново, потому что это... Я понял теперь, где рычаг, но там надо прям очень быстро, ребят, делать. Прям очень быстро. Я вас понял. Все, понял. Понял прекрасно. Почему-то мало кто играет в этот режим, я так понимаю. Многих просто не хватает. Короче, спидранин. Я в шкаф. Выходим. Шестая. На всякий случай смотрим назад. Может, там шкафчик. Точнее, ой, не шкафчик, а рычаги. Какие шкафы? Ой. Там вакуум. Туда не смотрим. Так. Мы тоже не будем смотреть, я думаю. Я думаю, вряд ли. Тут рычаг. Но если вы знаете, где рычаг, то напишите в комментариях. Я думаю, мало кто знает тут, конечно. Вон, ребят, у меня управление сломалось. Спасибо. Я вас прекрасно понял. Ребят, подстава. Блин, ребят, да, у меня немножко управление сломалось. А тут рычаг был. Ребят, рычаг был, оказывается. Так, ну тогда пошли к тому рычагу, я думаю. Ну, заходи, дурак. Я успел. Успей пройти весь дурс. Да блин. Перепутал. Тут рычаг. А он там ноль времени прибавляет. Да блин. Где он там? Он сдох. Мы его прекрасно поняли. 25-е. 24-е. Так. Так, ребят. Темнота. Так. Куда? А, прекрасно понял. Тут хорошо. Блин. Да блин, меня сейчас убьет. Так. Остай. Ой, ребят, страшно. Да сколько можно? Блин, мало времени. Блин, ребят, мало.
Давай, 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 давай. Фух. Ребят, жестко. Сейчас было жестко, ребят. Вы это видели? Фух, мы прошли, ребят. Но мы не купили, конечно, там одну вещь вроде. Или там не было. Я, короче, вообще со всей скорости бежал. Ребят, это было сейчас на грани. Кстати, ребят, да, это у нас Румс. Да. Вот, я, так сказать, попал. Короче, ребят, вот такая прикольная, так сказать, такой прикольный ролик был. Надеюсь, вам понравилось. Вот, сложный режим. Я еле прошел. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока.